20 век Фокс представляет. Производство Шмербек Фильм Продюкцион и Фокс Интернешнл Продакшнс Германия. Санаторий неподалеку от Берлина. При нацистах здесь убивали больных туберкулезом, подвергая их жестоким экспериментам. Пациентке номер 106 Ирине В., 25 лет, также облегчили умирание в 1942 году. До сих пор сообщается об убийствах и паранормальной активности на территории санатория. Туристам не рекомендуют там показываться. Обитель тьмы. Привет, народ, это я, Марни. И вы смотрите «Мой вызов». Да, сегодня к нам пришел особенный гость. Его зовут Торге, и я... Всем привет. Очень рада тебя видеть. Да, Торге бросит вызов своему величайшему страху, а именно... Да, как вы могли бы догадаться, я боюсь фильмов ужасов. У тебя тоже должны быть страхи, да, чего ты боишься? Да, конечно, у меня клаустрофобия, но это вы и так уже знаете. Ну, ты не такая толстая, чтобы страдать клаустрофобией. Большое спасибо, но я действительно боюсь замкнутых пространств. Понятно. Недавно у меня было испытание лифтом, но я его выдержала. Ты ничего не боишься, ты очень отважная. Но я боюсь спускаться в подвал, вот ведь. Наш план на сегодня вместе посмотреть фильм ужасов, и за каждый свой испуг ты должен будешь встать и исполнить какой-нибудь дурацкий танец. Ты серьезно? Ого! Ай, ладно, помалкивай лучше. Торге так уморительно танцевал, и это продолжалось все два часа, которые шел фильм. Мне даже... Ой, не знала, что ты снимаешь. Это видео – моя благодарность за 1000 новых подписчиков. Спасибо вам, что смотрите меня. И помните, не бойтесь своего страха. Бросьте ему вызов. Это твой лучший дубль. Поаплодировать стоя я тебе не могу, но я захожу. Good morning, everybody! С вами снова Prankster TV! Строгие правила, строгий закон, мы все их нарушаем. Мы сами себе закон. В качестве следующего челленджа мы можем провести сутки в суде, ведь нас там уже заждались. Вам почта. Дай-ка посмотреть, опять из суда. Не волнуйтесь, им там выделили гостевую комнату. Обставить только осталось. Супер, шреддер пригодится. Челлендж прошлой недели. Мы торчим тут уже 4, а то и все 5 часов. Привет, народ. Финн. Да. Мы проникли в морг, охренеть можно. Народ. Ну и что дальше? Уровень дельта. Вшик, вшик. Дай сюда, дай сюда. Зигзаг. Я буду копировать твои ходы в шахматах, помогай. Ты что, дурак? А что? Я выиграл. Пам-пам-пам. Твою ж мать. Выходит, что уровень дельта твоя работа. Ладно. Старик, гадость, какая гадость. Мы правда это сделаем? Я правда это сделаю. Давай быстрее. Как же от нее воняет. Фоткайся, чувак. Давай. Готово? Валим. Быстро, быстро. Ну и вой. Сюда, сюда, за мной. Эй, стоять. Стоять, я сказал. А ну стойте. Зараза. Я думал, тут сторожа жирная и неповоротливая. Стоять, я сказал. Стоять. Вот ты что? Парни, я вас знаю.
Можно с вами сфоткаться? Ты серьезно? Все мои друзья умрут от зависти. Ты наш фанат? Я не шучу. Вы не поверите, но нам попался фанат. Всего одну фотку, парни. С вами обоими. Только не сдавай нас, ладно? Я вас не сдам. Ну, давай. Только подойдите поближе. Вот я так, тоже себе сделаю. Сядь, давай. Повыше, ага. Попали! Не уйдите, ты сукин сын! Отвали! Ну ладно, посмотрим, где мальчики решатся провести следующую ночь, чтобы почувствовать себя настоящими мужчинами. Челлендж года. Мы не можем вдаваться в подробности, но кое-что рассказать можем, да, Финн? Я тут встретил бывшего одноклассника, и мы с ним замутили одну очень крутую штуку для вас. Не для слабаков. Слабаки, сразу отключаться можете. Мы проведем 24 часа в доме с привидениями. Привидения. А если вы еще и залайкаете это наше видео по самое не могу, мы позовем поучаствовать в этом челлендже свою заклятую подругу, а именно... Бетти. Чувак, что с голосом? Этот мой приятель утверждает, что там по сей день реально видят призраков и постоянно наблюдают параноидальную активность. М? Паранормальную активность. Так, нужно придумать наказание. Если кто-то... Ну и что? Что думаешь? Ничего я не думаю. Ты думаешь, что Тео отведет их в санаторий? Думаешь, отведет? Ну, под бывшим одноклассником он наверняка имел в виду Тео. Вы ведь меня вырежете, если меня заметят на вашем видео, чувак, сработает точно выгонит, а то и того хуже. Слышь, народ, это Тео фон Люцев, студент-медик. Хорош прикалываться. Только не яйца, бро, только не яйца. Он нелегально предоставит нам доступ. Ночь в доме с привидениями? Я точно не выдержу. Я ведь как фарфоровая кукла. Серьезно, мальчики. Одевайтесь теплее, потому что вас ждет. Я работаю. Папа хочет с тобой поговорить. А, ясно. А тебя гонцом вперед заслал, что ли? Не упрямься, дочка, поговори с ним. Нет, мам, знаешь, что такое упрямство? Это когда желание своих детей игнорируешь. Обалдеть! Тысяча лайков за несколько секунд. Ты в курсе, что подписчики тебе жизнь не продлят? Ключи, да? Да. Они в машине, друг. Ладно, Бетти, ты пойдешь со мной. Я слишком многих слушаюсь. Бетти! Хорошие девочки, да? Мои последние привет, видео, да. Друзья! Привет, привет! Можешь помахать в камеру. Народ, вы, наверное, недоумеваете, зачем я на это согласилась. Толком не знаю, но думаю, мальчиков ждет очень большой сюрприз. Я им кое-что приготовила. Правило номер один. Вы все должны мне что-то отдать. Вряд ли вам это понравится, но... Что это за устройство? Это тепловизор. Призраки меняют температуру в любом помещении. Ты что, действительно веришь в призраков? Чел, да я во что угодно готов поверить. В призраков, пришельцев, демонов. Мы хотим проверить и узнать наверняка. Ты хочешь туда пойти? Я угадала? А что остается? Этот парень тебе не пара. Да. Забудь ты я уже знаю. Про него. Это тоже знаю. Эй, камера включена. Я так понял, ваша война с Бетти сыграла вам на руку? А то! Такой да толчок ладно. Дала, говорю тебе, люди обожают войны. Число просмотров до небес взлетело. Друг, притормози, мне надо отлить. О, кайф. Чувак, ты будто кровью мочишься. Старик, ты что, снимаешь меня? Кончай, какого черта? А это что? Что такое? Очень странно. Подождите, надо кое-что проверить. Чувак, зацени! Смотри, сейчас! Чувак, ты это видел? У нас тут небольшая проблема. Почему? Что случилось? Это замок. Вот, видишь, я не понимаю, откуда он мог взяться. Ты же говорил, что у тебя есть ключи. Да, от этого и есть, но не от этого. А что, обычно этого замка тут нет? Нет, когда я в сезон открываю ворота туристам, мне одного ключа хватает. Не знаю, кто повесил второй. Да, ясно. И что нам делать? Не ссыте, я к этому был готов. Я вообще всегда готов. В это невозможно поверить. Откройся. Сломай к чертям. Бам! А как же камера наблюдения? Это руина, не банк. Все по машинам. Вы этого не видели, девочки мои. Машину! Закроешь? Thank you.
По-моему, Хайльштеттен санаторий звучит круче, чем больница. Круче? Ну да, ведь Хайль значит лечить. Чтоб ты знала, Хайль – крутое слово из лексикона нацистов. Это мужское крыло, там подальше женское, а посередине административное здание. Стрёмно-то как. А который дом с привидениями? Лечебный корпус чуть дальше. Оставим машины в лесу и пойдем пешком. Мы не оставим эту машину в лесу, а подъехать никак нельзя. Он хочет, чтобы о нем забыли. Good morning, everybody! Приветствуем! А меня зовут Финн. А вместе мы... Prankster TV! У нас новый круглосуточный челлендж. Этот санаторий пользуется дурной славой. Он пустует с самой пятой мировой войны. С пятой, значит? И считается, что здесь вводятся привидения. Только не начинай, Бетти. Давайте свалим все в кучу. Мне понадобится помощь с генератором. Блин, весит целую тонну. Мы привезли с собой целую гору камер. Чтобы вы ничего не упустили. Мы даже взяли сигнальные ракеты для лузеров. Если кто-то испугается, например, Бетти, она зажжет ее, мы поймем, что она обделалась, и тогда мы все вернемся домой. Эмма, понесешь? Ты что, издеваешься? Я и так много несу. Имейте в виду, туристов даже за деньги в этот корпус не пускают. Вход в него запрещен всем. Поэтому второе правило – вести себя уважительно по отношению к зданию. Это ясно? Да, правило, Бетти, бла-бла, мы же с тобой понятно. Друзья. В какой соцсети? Убери. Слушай, это обязательно? Да ладно тебе! Правило номер три. Никакого интернета, пока мы здесь. Кем ты себя возомнил? Да стой! Это не первое правило было. Значит, я весь день должна провести без телефона? Когда мы отсюда уйдем, можешь постить, что хочешь. Но когда эта история всплывет, меня с вами не было. Вы меня не знаете. Ясно? Да, но... Полное радиомолчание до завтра. Никто не должен знать, что мы здесь. Ладно, но можешь хоть ключ от машины мне вернуть. И не проси. А теперь четвертое и последнее правило. Вести себя тихо и не оставлять никаких следов. Не могу, серьезно. Оп. Слыхали? Паранормальная активность, народ! Серьезно, что это было? Дыши глубже. Давай еще раз. Успокойся, я тоже могу. Вы ненормальные. У нас быстрая смена кадров. Ты этим не пользуешься? Круто же. Я лучше вас сменю. О, как страшно. Держи их сам. Поговорим о наказании, народ. Именно вы должны решить, что проигравшему придется есть весь следующий месяц. И он имеет в виду Бетти. А мы и сами поняли. Если а сейчас мы ясно, идем на экскурсию. Отправляемся. Идем, идем. А это кто? А ты здесь откуда? Вы взломали замок? Зачем ты явилась? Тебя о том же спросить. Марни, это мое дело. Возвращайся домой. Экскурсии только в мае. Блин, если кто не заметил, чемодан Бетти явно из новой коллекции Hello Kitty. Это моя личная коллекция. Я в новой куртке. А здесь от нее лохмотья останутся. И все это ради вас. Кажется, мы уже... Как по мне, мы уже в полной жопе. В опасную зону. Здесь, небось, и на мину наткнуться можно. Мы реально рискуем. В этом нет никаких сомнений. Охренеть! А... Видали, народ? И мы туда зайдем. Что, пришли уже? При нацистах здесь был легочный санаторий с баней-купальней. Могу устроить экскурсию. То есть для туберкулезников? Это потрясающе. Тео! Впечатляет, правда? Класс! Атмосферно! У меня шурашки по коже. Одно окно закладить забыли, придурки. Видите? Раз, два. Надо будет прибрать за собой. Пошли. Берегите голову, осторожно. Не споткнись о дверь. Так, народ, мы уже... Сюда, идите сюда! Зацените луч света! Тео, сюда нельзя заходить! Сними поближе. Очень круто. Зацени. Смотри, какой свет. Сюда много лет никто не заходил, даже десятилетий. Так что осторожнее там, на вас может что-то упасть, ясно? Здесь все осталось, как было. После прихода русских санаторий просто забросили. Стрёмные куклы. Эй, напомни, что здесь жутко было? Жутко выглядит. Палаты для пациентов. Погнали! Начинаем путешествие! Куда мы идем? На второй этаж. Блин, ну почему надо обязательно подниматься наверх? Потому что операционная на втором этаже, а начинать нам надо с нее. По лестнице. Здесь когда-то Гитлер лечился. Какой Гитлер? Тот самый? Говорят, он был ранен во время Первой мировой. Лечился тут, а потом основал где-то здесь мемориальный зал. Может, поищем? Эй, Финн, у меня идея. Камеру на меня.
Господи, какой же ты придурок. Мы должны защитить арийскую расу от мутантов. Убейте их детей. Детей их детей. Убейте их что собак и кошек. Да просто прикалывается. А это что? Ничего. Я же сказал, нельзя так обращаться с историей и заходить в эти комнаты без моего разрешения. Вот так? Да. Ага. Решил в оператора поиграть? Ну да. А что у тебя за дела с Бетти? В каком это смысле? Да ладно тебе, я же не слепой. Ладно. Вот ведь критик. Игра начинается. Я просто понять никак не могу. Ты и Финн. Но почему? Разве не ясно? Ради рекламы. Народ захочет сюда попасть. Что? Туристы валом повалят. А ты сказал им, что санаторий проклят? Ты им сказал об этом? Магни, какого черта? Ты садишься на поезд, черт, приезжаешь сюда и начинаешь... Я видела ту женщину, ощутила ее и ненависть. И все-таки приехала. Как прикажешь это понимать? Я ненавижу этот санаторий. Мне здесь ужасно страшно. Ку-ку. Сейчас мы обходим все здание, чтобы для начала понять, где тут что. А потом мы... Я читала, что люди совершали здесь самоубийство. Что? Да, бродяги несколько раз выпрыгивали из окон и вешались здесь. Один фотограф где-то здесь убил свою модель. А есть еще звери с Белица. А это кто? Это серийный убийца. Не увлекайся гуглом, Эмма. Ты приехала, потому что узнала, с кем я. Иначе ты бы ни за что в жизни не потащилась в такую даль. Ты поднимаешь рейтинг своего канала за чужой счет. Тео. Да, я помню, что произошло. Я не забыл того случая твоего приступа паники. Они произвели впечатление. Чувак, она там что-то видела. А ты не гонишь? Отвечаю. Нельзя допустить, чтобы Тео ее прогнал. Прикинь, ага. Она наш медиум и общается с призраками. Это же охренительно. Классно. Нужно бросить ей кость, чтобы она осталась. Но какую? Мы ее заманим. Слушай, у нас клевая идея. Хочешь сняться в нашем видео? Что? В роли медиума. Расскажешь все, что ты знаешь, а мы дадим ссылку на твой канал. Свяжем твой канал с нашим. Да. Классно. Замечена первая паранормальная активность. Возможно, для тебя это шанс выйти на чистую воду. В каком смысле? Ну, ты ведь каждый день обманываешь своих подписчиков, а сама не боишься замкнутых пространств. У меня клаустрофобия. Как же? Ты хоть представляешь, каково это? Ладно, допустим, но сегодня ты бросишь вызов своей настоящей паранойи, боязни той своей галлюцинации, чем да? бы она ни была. Да. Возможно, ну, да. ты поймешь, что бояться было совершенно нечего. А? Угу. Подумай об этом. Давайте начинать. Марни, мы тут в смертельной опасности? Скажи «да». Да. Я должен... Не знаю. Может быть, ты... Взять у нее интервью? Очень стрёмно. Это с тех времен дерьмо осталось? Здесь совершали преступления против человечности. И какие, например? Ну, неизлечимых умерщвляли, якобы из милосердия. Их называли недостойными жизни. Это, кстати, довольно интересно. Я захватил кое-какие материалы из колледжа. Если хотите, можете вставить их в ваши... Короче, здесь надо присматривать за каждым темным углом. За нас это наши камеры сделают. Да! Не выпади из окна.
Так сойдет? Да, конечно. Что это? Нет, ты... Эй! Держи. Нельзя этого делать, это... Успокойся, у меня надежная страховка. А что это? Плевательница. Больные туберкулезом носили их на шее. Так, а теперь... Черт бы вас побрал. Привет. Привет. Так, народ, мы переходим к фазе альфа. Первая попытка контакта с призраком. С темной стороной. Поехали. Пальцы на банку. Глаза закрыть? Да, можно и закрыть. Только тогда не подглядывать. Потомки вызывают предков. Есть кто онлайн? Чарли, ты что-то не то говоришь. Стихотворение прочесть? Как раз одно вспомнил. Кто скачет, кто мчится под хладной мглой. Стакан перевернут и пальцы на нем. Есть еще кто-нибудь в этой комнате, кроме нас? Призрак, братан, ты с нами? Привиденчик, наше видео станет хитом? Народ, что это было? По-моему, просто ветер и ничего больше. Проверь, если так уверен. Марни, ты что-нибудь видела? А? Хоть что-то? Какие же вы слабаки! Дайте-ка я ставим камеру сюда. Готово. Поехали. Ладно. Ничего. Ничего. Абсолютно ничего. Тут пусто. Выходит, именно ветер это и был. Наверное. Никаких признаков или следов призрачного холодка. Финн, сейчас зима. Везде холодно. Что, Чарли, тяжелее, чем таскать камеру? Помог бы лучше. Обязательно спускаться в подвал? Какое гулкое эхо. Духи ходят тихо. Зелененьких человечков видел уже? Куда ведут эти туннели? Тео! Все корпуса соединены переходами. Ясно. Чарли, стой! Вот хрень собачья! Отсюда только вниз. Почему колодец не закрыт? Я напишу об этом. Итак, привет, мои дорогие, это Марни. Сегодня со мной, только не падайте в обморок, пранкстеры и Беттифул тоже здесь. Мы тут в заброшенном санатории. Зачем? Знаете, сегодня я брошу вызов своему самому главному страху. Раньше я вам... Лифт на самом деле не был... Черт. Зачем мы приехали в Хальштеттен? Я была здесь год назад со своей сестрой и со своим парнем. С бывшим. С Тео. Отстой. Я точно отдала его Эми или Чарли? Может, просто завалился куда-то? Надо поискать. Наверняка говнюк где-то его спрятал. Вот зараза. Но комната стерильная. Курить здесь запрещено, да? Где же она? Где же она? Прости, я ненарочно. Ничего. Подожди, нашел вроде. Правда? Спасибо. Помнишь, что Тео сказал? Что туберкулез стимулирует сексуальность человека? Почему? Без понятия. Может, потому что им хотелось... С кем-то сблизиться в последний раз. Камера работает? Да, а что, надо было выключить? Черт бы тебя побрал, Крис! Козёл! Совсем дурак! Тебе что, пять лет от роду? Крышка ее отрода! Мы попадем в топ!
Когда мы загрузим это видео в сеть, такое начнется. Пошел ты! Эй, а это кто? Бро, это всего лишь наш кореш, расслабься. Смешно же вышло, нет? Охренительно, супер, чувак. Это что, пародия на зверя из Белица? На кого? Я тут всем рискую, а ты приглашаешь всякий сброд. Забыл четвертое правило? Мы невидимки. Ладно, ладно, я уйду. Да, тебе лучше уйти. Иди сюда. Круто получилось, скажи. Улет, лучше не придумаешь. Это нормально же все. Да ладно тебе, не парься. Чем вы тут вообще занимаетесь? В смысле? Ты всю жизнь собираешься зарабатывать этим дерьмом. Он же не будет выкладывать. И ради этого ты бросил то, чем мы занимались. Да не выложит он, не бойся. Он нормальный пацан. Что ты вообще против него имеешь? Ты же сам все это устроил. Финн, ты в курсе, что сделал зверь из Белица? Он разбил младенцу голову о дерево. А потом он задушил женщину и изнасиловал ее труп. Когда ее муж узнал об этом, он повесился. А ты над этим шутишь. Чувак, да что это с тобой? Ты что, завидуешь Чарли или мне, или нашему успеху? Из тебя ведь жуткий негатив так и прет. То, что у нас было, мы вкладывали в эту душу и сердце. Да, только никто это не смотрел. Финн. Вот из-за таких, как вы, из-за того, чем вы занимаетесь, наша молодежь и тупеет. Йоу, привет, народ, это снова я, Крис. У нас все прошло по плану. Бетти наложила в штаны от страха. Да, целиком вы увидите этот клип в субботу у моих корешей на Пранкстер ТВ. Они боги по части дрянных шуток. Если честно, само это заведение тоже дрянная шутка. Знаете, мне уже кажется, что я заблудился. Где тут были эти чертовы ворота? Не могу найти. Если меня кто-то слышит, вот что я вам скажу. Если вы меня убьете, я этого не переживу. И впрямь заблудился. Херня какая-то сплошная. Итак, нам здесь тепло и уютно. Улыбочку? А черт, у него же губ нет для улыбки. Здесь холодно, здесь стрёмно. Так, ты под кайфом? Постели не самые комфортабельные. Но мы не спать сюда пришли, а охотиться на призраков. Можно один вопрос? Каково было увидеть призрака? Медиум, как прошла твоя первая встреча с призраком? Знаете, призрак скорее был только в моей голове, так что... Чёртов санаторий! Надо же было прийти по собственной воле. Какого дьявола? Чарли? Финн? Так, здесь я наверняка увижу знакомые лица. Отлично. Клевые звуковые эффекты, парни. Меня разыгрывают. Есть кто? Чувак, что ты делаешь? Надо поменять SD-карты. На этих места почти не осталось. Мяу! 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 Мяу!
Я долго себя обманывала. Не понимаю, почему я до сих пор испытываю к Тео чувства. Не знаю, зачем я это рассказываю. Очень умно. Что ж... Если честно, даже не знаю, что для меня предпочтительнее, что я сошла с ума или что я права. Знаю только, что я должна это выяснить. Правда, понятия не имею, как это сделать. Но кое-что я придумала. Здесь мне все время страшно, и меня это бесит. И я сражусь со страхом на свой сумасшедший лад. Каждый раз испугавшись, я буду говорить «Да, бэйби». Понимаю, это довольно глупо, но правда, иначе... Эй, да будет свет! Только не мне в лицо. Все в порядке? А почему должно быть по-другому? А где Бетти? Ее нет? Что с тобой, Марни? Сама не знаю, просто... Что такое? Вы что, издеваетесь? Хватит с меня ваших дерьмовых пранков! Противно же! Это мотыльки. Круто, круто, чувак. Отличный пранк. Класс. Это не я. Ясно же, это Бетти. Бетти? Жалкая попытка отомстить. Да она бы из штанов выпрыгнула от страха. Ай, мотылёк. Сама как мотылёк. Что возвращает нас к вопросу, где она? Мы можем позвонить ей на сотовый? Он же все забрал. Мерзость. Чёрт, это что, шутка такая? Что это? Какого чёрта? Кто это сделал? Они были у тебя в кармане? Да. Где мой мобильник? Постой. Бетти не сказала тебе, куда пошла? Скорей! Идем! Бетти! 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 Бетти, мы идем искать! Эй! Бетти! Чувак, слушай, если с ней вдруг что-то случилось, это обязательно надо заснять. Бетти! Бетти! Ты это серьезно? Бетти! Бетти! Где ты? Бетти, отзовись! Бетти! Ну где она? Здесь нет, пошли дальше. Бетти! Бетти! Пошли! Бетти! И что? Мы так и будем бродить по всему Бетти! Зданию и искать ее. Бетти! А если Бетти! Она просто... Выключи камеру и не снимай, это уже не смешно, чувак! Не напрягайся. Бетти! Бетти! Может, найдем мы ее или нет? Скоро узнаем. А пока... Да выключи же камеру! У нас первый пропавший без Бетти! Вести. И это Бетти! Кто бы мог подумать? Выключи камеру, я кому сказал? Выключи сейчас же, я ее разобью нахрен! Чувак! Я сказал, выключи! Я думал, в этом весь смысл, не прекращать снимать. Да, но это уже не прикалывает! Ой, да брось ты, она это как раз наверняка прикалывается. Сидит где-нибудь и смеется над нами. Бетти! Мы пойдем вниз. Мы спускаемся в подвал. А ты что скажешь о пропаже Бетти? Как думаешь, Бетти! Она струсила? Бетти! Где ты? Бетти! Ясно. Ладно, спасибо за интервью, Марни. Мы ищем тебя! Бетти! Бетти! Бетти? А у нее не было? Черт, вы это слышали? Что? Шутка. Чарли! Да пошел ты со своими шуточками! Итак, простите, дамы, что я так долго не выходила с вами на связь и заставила вас ждать. Тут многое произошло, и я четко поняла одну вещь. Люди бывают куда хуже любых заброшенных зданий. Так, я здесь плохо ориентируюсь, но, да, кажется, иду в правильном направлении. Вот комната, которую я хотела бы вам показать. Кстати, мое сегодняшнее приключение можно постить с хэштегом «Нужно просто привыкнуть». Даже приятно какое-то время побыть без телефона, без интернета и просто насладиться новыми... Черт! Черт! Марни, слушай, давай по порядку. Ты приехала в расстроенных чувствах. Почему? Да, точно. С чего бы это? Не знаю, у меня было какое-то странное предчувствие. Но сейчас никаких предчувствий нет?
За кого вы, интересно, меня принимаете? Свиньи, кто из вас это сделал? Где ты была? Мы тебя обыскали! Кто из вас так мог это сделал? Что именно? Кто сидел в ванной? Ты о чем? Что случилось? Объясни. Я видела женщину, она была вся в крови. Женщину? Ты продолжаешь снимать? Ну, разумеется, продолжаю. Тео, я была права. В ванной, говоришь? Значит, это было в женской купальне. Я никому не позволю нас терроризировать. Мы идем туда. Да, идем. Что? Да, что? Пошли. Похоже, мы наконец-то наткнулись на паранормальное явление. Посмотрим, что оно собой представляет. Прошу за мной. Почему никто из вас не догадался взять фонарик? Потому что ты запер их всех в бардачке Фина. Точно, я и забыл, как сильно вы сегодня все зависите от своих мобильников. Бетти, уверена, что это произошло здесь? Да, конечно, я уверена. Хорошо, но сейчас здесь пусто, так что... Можешь сама посмотреть. Нет уж, я хочу убраться отсюда. Постой, постой. Значит, ты сдаешься? Если да, то у нас два победителя. Приятного просмотра. Это значит, что ты извращенец. Пошел ты со своим долбанным челленджем. Бетти, Бетти, мы ничего не подстраивали. Да как же. Никто ничего не подстраивал, Бетти. Тут ничего нет. Загляни в ванну, здесь пусто. Идем. Черт, этого не может быть. Ванна была доверху заполнена кровью. Я сняла женщину, я видела ее на своем дисплее. Я вам покажу. Она есть у меня в телефоне. Бетти, Бетти, где моя камера? Есть? Она должна быть здесь. Бетти, ты только видела ее или ты уверена, что сняла ее? Скажи, что сняла. Камера работала. Точно сняла, я видела ее на дисплее. Где ты могла бронить камеру? Не знаю, но явно где-то здесь. Здесь ничего нет. Блин, ну я же не сумасшедшая. Может быть, кровь просто смыли? Целую ванну? Боюсь, по времени это невозможно. Бетти, как выглядела женщина? Я не знаю, она ведь была вся в крови. Какие у нее были глаза? На ней был белый халат пациентки. Фин. Да я только кровь и видела. У тебя инфракрасный фонарик есть? Конечно. Перестань снимать, пожалуйста. Вот. Держи. Выключи пока подсветку. Где же камера? В крови содержится протеин, то есть белок. Угу. Если здесь была хоть капля крови, мы увидим ее следы. Больничные постели обследовал. Ребята, я не сумасшедшая, поверьте. Ты слишком часто это повторяешь, Бетти. Что? Слишком часто говоришь, что ты не сумасшедшая. А ты вообще заткнись, лузер. Ты кого лузером назвала? На себя посмотри. Я своими глазами ее видела. Никого здесь нет! Закрой рот, я тебе сказала! Нет, никого! Заткнись! Эй! Жадная до славы, сука! Мне не померещилось, я точно это знаю! Да ничего там нет! Прекратите припираться! Остыньте. Чарли, выключи, пожалуйста, свой фонарь. Черт. Это кровь? И как много, будто свиней забивали. Эй, народ. На древненемецком. Кто-то может перевести? Это шрифт Зютерлина. Никто не вылечит от мотыльков. Никто... не поможет мне. Никто не должен приходить сюда без желания оказать мне помощь. Как понять? Здесь сказано сюда, а не в санаторий. Да, но тут явно скрыта угроза. Нет, имеется в виду не весь санаторий. Это проклятие. Я же с самого начала говорила. Марли, перестань. Не надо нам было сюда Марли, приходить. Не говори глупостей. Нет. Не существует никаких... Я же тебе говорила. Проклятий и тем более призраков. Существует. Это я все... Я предупреждала, что так и будет. Это все выдумка. Женщина, которую видела я, которую видела Бетти. Может, это пациентка номер 106? Может быть. Почему мы раньше об этом не подумали? Может, нам лучше... Туберкулезных в народе называли мотыльками. Они сгорали от болезни, как... мотыльки на огне. Мне нужно позвонить. Мои не знают, где я. Они волнуются за меня. Забудь про телефон. Мы в любом случае собираемся и уезжаем. Мне ясно? Мне сразу эта идея не понравилась. Что это случилось? Что такое? Что это такое? Черт, черт, что-то с генератором. Тео, я же говорила.
Что нам теперь делать? Тео, что это значит? Здесь электричества нет, проектор не может... Что за дерьмо творится? Что тут происходит? Тео, ты это дерьмо принес? Нет. Что? Не парь мозги, это явно твои обучающие видео! Нет, нет. Это не мое. Не знаю, откуда это взялось. Боже. Это она. Та самая женщина, которую я видела. Что? Пациентка номер 106. Что? Тео, запястье видишь? Не хочешь рассказать тем, кого сюда привел, что происходит? Похоже, он не рассказал вам об этой женщине. Тео? Была в санатории одна пациентка, и у нее был роман с одним из местных врачей. Она забеременела, но ее состояние ухудшилось. А откуда ты все это знаешь? Из найденных документов. По понятным причинам эту историю замяли. А что стало с женщиной? Она перерезала себе вены в купальне и прокляла клинику. В надписи речь об операционной. Там ее убили. Тот фотограф, потом бродяга, зверь из Белица. Все они заходили в операционную, верно? Да подлинно, это никому Подожди. Неизвестно. То но... есть призрак этой женщины вынуждает других людей совершать самоубийство? А ты не мог поделиться с нами этой информацией до того, как мы все сюда притащились? Вы прекрасно сами могли об этом узнать. Нужно было всего лишь разок в Википедию заглянуть. Ты нас сюда привёз, как ты мог? Это ты во всём виноват! Не надо меня сейчас во всем этом... Знаете, возможно, она чего-то хочет от нас. Но, возможно, не знаю, что-то сказать или... Да, конечно. Именно мы должны ей помочь. С вами было весело, но включите свет, чтобы я могла уйти. Да, но... Чёрт, всё. Дерьмо, подожди. Никто не должен приходить сюда без желания оказать мне помощь. Если мы сейчас поймем, что именно она... Да пошло оно всё. Тео, включи свет и верни мне уже ключи от машины. И что дальше? Пофиг, проедем через кусты. Собирайтесь, а мы приедем за вами и уберемся отсюда. Дай мне ключи. Только не выключай камеру. Ладно. Ты куда? Пойду посмотрю, что с генератором. Чарли, ты со мной? Нет уж, иди без меня. Ладно, я быстро. Жадная сука. Зачем ты только связался с таким идиотом? Тише. Смотри под ноги, ладно? Недоумок конченый. Если фонарик сдохнет, мы в полной жопе. В полной жопе. Осторожней. Проклятье. Ничего не вижу. Подержи камеру. Свети, а я пойду первым. Смотри, чтобы фонарь не погас. Пошли. Осторожно. Ну и заросли. Посвети сюда. Держись прямо за мной. Эти наши долбанные машины. Они должны быть где-то здесь. Иди за мной. Иди сюда. Она не заводится. Как? Что? Черт, машина не заводится. Блин, садись в мою. Дерьмо. Иди в мою. Черт. Дерьмовозка проклятая. Что? Что? Ничего. Что? Ноль. Посвети вниз, я под рулем посмотрю. Провода вроде в порядке. Да что за хрень? Кто-то нас подставил. Не может быть. Все! Телефоны пропали! Я знаю, с тобой поступили ужасно. И я понимаю. Почему ты злишься?
Может, я могу тебе помочь? Хоть чем-то? Пожалуйста, ответь мне. Подай какой-нибудь знак. Поговори со мной. Что? Нет, мы их тут не бросим! Что? Мы найдем способ вызвать подмогу! Какой? Мы должны... Что за черт? А где замок? Что? Где замок? Он... Так не бывает! Черт! Финн, брось ее! Где у этой ее? Цепи конец? Никогда Финн, не начал! Давай вернемся за твоими кусачками! Давай, ну давай же, открывайся! Финн! Да! Черт возьми! Это бессмысленно! Перестань! Черт! Слышала? Что это? Не знаю. Телефон? Откуда идет звук? Вроде оттуда. Бежим. Ладно. Бежим скорей. Ладно. Скорей. Надо найти, пока звонит. Быстрее! За мной! Черт! Черт! Зайти, посмотреть! Боже, что тут произошло? Дерьмо! 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 Постой, я зажгу ракету! Времени мало! Бежим! 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 Я не могу так быстро! Нет, давай! Сюда! Сюда! Я не могу так быстро! Сюда! За мной! Где их черти носят? Похоже, у нас есть победитель. Санаторий. Бежим. Эй, ты где? Бегом сюда, скорей! Черт, черт, Батя! Держись ближе ко мне! Боже, боже, боже! Не паникуй, спокойно! Что нам сделать? Спокойно, что спокойно, не отставай! О, боже! Я здесь! Не отставай! Спокойно! Что нам делать? Спокойно! Что нам спокойно, делать? Спокойно! Я здесь! Я рядом, я с тобой! Бетти, есть еще ракета! Есть еще ракета! Что? Дай мне свою ракету! Вложи мне в руку ракету! Где ты тут? Спокойно, спокойно! Все будет хорошо! Возьми камеру! Держи камеру! Эй! Здесь кто-то есть? Сейчас! Сейчас! Иди к черту! Наверх! Бетти, за мной! Бетти, бежи! Еще чуть-чуть. Бежим! Бежим, бежим! Мужик, ты спятил? Зачем ракету зажег? Крис мертв, ребята! Он лежит там, мертвый! Тот, что был здесь недавно, что случилось? Там везде кровь! Он упал или его столкнули? Где вы его нашли? Его телефон звонил, мы пошли на звук, а он там лежит! Полицию вызвали! Что? Телефоны пропали, а машины не заводятся! Не понимаю, что за чушь ты несешь. Чувак, очнись! Мы в полной заднице! Вы взяли телефон Криса? Что? Его телефон! Вы его взяли? Он нам нужен! Нам нужно позвонить! И на цепи нет замка! У нее ни конца, ни начала нет! Тео! Какая у Тео твои ключи! Значит, и наши телефоны должны быть у него! Но как? Он же все это время был с нами! Да, но где он тогда сейчас? Он пошел проверить генератор. Я думала, вы вернетесь вместе. Значит, он до сих пор в подвале? Да не знаю я, где он! Идите сейчас же все к выходу. Я поищу Тео. Мы должны... Что? Нет-нет-нет, к черту Тео. Он сам нас в это втянул. Еще недавно он был моим лучшим другом. Типичный сюжет фильма ужасов. Группа разделяется. Он был мне другом, пока не нарисовался потом... ты. Я спас тебя от этого задрота. Сделал человека. Он потерял родных, всю свою семью. Хватит орать. Я не брошу его снова. Отдай мне камеру. Быстро. Дай ракету. Сначала отдай мне камеру. Дай мне ракету. Дай камеру. Ни черта, я тебя не дам, говнюк. Раз предавший, снова предаст! Что?
Что ты собрался делать? То, что нужно. Искать Тео. То, что нужно? Я с тобой. Что? Нет, не надо. Не уходите, пожалуйста. Нельзя сейчас надо. Уходить. Я с тобой. Боже, как мы его найдем? Как давно он ушел? Финн, нам нельзя спускаться в подвал. Мы никого здесь не бросим, поняла? Никого. Пойдем со мной. Хорошо, мы сходим за телефоном Криса. Раз он звонил, значит, там есть сигнал. Мы вызовем полицию. Совсем сдурела? Нам нельзя вызывать сюда полицию. Чарли, мы должны ее вызвать, если там лежит труп. А, точно. Может быть, ты забыла, что мы находимся на территории санатория незаконно? Сейчас а это не важно! Если там труп, мы обязаны! Эй, народ, народ! Черт! Успокойтесь, вы не о том спорите! Не имеет ни малейшего значения, кому мы позвоним. Телефон нам нужен в любом случае. Где мой чертов камкодер? На кой черт тебе камкодер? Я пойду к Крису, принесу телефон и посмотрю, как там и что. И потом вы, похоже, забыли, что мы снимаем фильм. И ты в нем участвуешь, Эмма. Получишь внимание, которого так жаждешь. Черт, тут ни хрена не видно. Что будем делать? Мы нужны ей здесь. Чертов фильм. Детский сад. Ну и где он? Нет. Так, посмотрим здесь. Нет. Черт. Все приходится делать самому. Ладно, посмотрим. Идем, идем. Может, не надо туда ходить? Надо найти его. Идем. Я не хочу идти в подвал. Иди за мной. Не отставай от меня. Только осторожно. Держись сзади. Так, 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 так. Тут колодец. Осторожно. Тео! Черт, я ничего не вижу. Держись рядом. Так, давай сюда. Уроды. Только и делают, что ноют. Фильм они хотят снять. Крис! Черт! Где он? Где твой телефон, мужик? Где твой телефон? Где твой гребаный телефон? Черт! Где твой гребаный телефон? Кто здесь? Финн? Чувак, кончай, не смешно. Черт, зачем я только в это ввязался? Ничего, сохраняй спокойствие. Бетти? Знаешь, что было сказано в ее деле? Ее просто-напросто объявили непригодной. Ей просто заткнули рот, заставили замолчать. Конечно, она хочет, чтобы о ней узнали. Смотри, ворота заперты. И ничего не работает, кроме наших камер. А весь забор вокруг санатория наверняка до сих пор под напряжением. Почему? Она хочет, чтобы мы досняли фильм. Она ужасно страдала, я это чувствую. Давай просто уйдем отсюда. Нет, мы не бросим его. Есть кто? Идем дальше. Я с тобой, давай руку. Финн, я не хочу здесь оставаться. Мы должны найти его. Тео! Ты здесь? Отзовись! Господи! Что? 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 Ты вот это видел? Что там? Посмотри сам сюда. Что это? Там что-то стоит.
Эй, кто здесь? Слушай, это не смешно. Встань справа, встань справа. Давай уйдем, давай вернемся. Идем, идем. Бетти. Я хочу назад. Идем. Мы должны найти его. Нет, пожалуйста, мы давай должны уйдем найти отсюда. Его. Дай мне руку. Дай руку, идем. Кто ты? Отзовись! Тео! Этого не может. Тео? Это Тео. О, черт. Зачем ты стоишь тут в темноте? Что? Она стоит позади. Не понимаю. Что с тобой? Она стоит позади меня. Позади меня. Что? Она стоит за мной. Тео, прекрати нести чушь, ты пугаешь меня. Конечно, страшно, но я даже рада, что мы тут что-то нашли. В каком смысле? Спасибо. Ну, прошлым летом Тео уже приводил сюда меня и мою сестру. И я пугалась тут на каждом шагу. Сестра пыталась меня успокоить, но упала в шахту. Мы ее вынесли. Тео запрещено пускать сюда людей. Все говорили, что я просто сумасшедшая. И всегда такой была. А сейчас мы что-то нашли, и меня это радует. Бетти! Бетти, ты цела? Финн! Бетти! Черт! Мне кажется, я повредила ногу. Ты можешь встать! Можешь встать! Можешь подпрыгнуть так, чтобы я тебя подхватил! Нет! Там есть за что можно зацепиться! Нет! Хоть что-то! Помоги мне! Так, успокойся! Ты должна встать и ухватиться за ручки, ясно? Я не дотягиваюсь, у меня не получается! Черт! Черт! Прости, прости! Черт! Черт, не паникуй! Я тебя вытащу! Я что-нибудь придумаю! Нужно найти то, что поможет тебе вытащить! Лестницу, цепь или что-то в этом роде! На твоей камере есть фонарь? Есть чем посветить? Ответь мне! Нет, на этой только цветофильтры. Я поищу что-нибудь, чем тебя вытащить. Если что-то случится, кричи. Зажги ракету, и я сразу вернусь. Финн, надо пожалуйста, что-то найти. Не уходи. Бетти, поверь, я скоро вернусь. Обещаю тебе. Две младшие. Сестренки? Угу. Клево. А одна из них даже берет с меня пример. Что-то случилось. Ты слышала? Что слышала? Бери свои вещи, надо идти. Марни, в чем дело? Ты права, она желает нам зла. Черт, только не это. Любая веревка подошла бы. Черт! Да ладно, совсем ничего. Черт! Бетти, это ты кричишь? О, черт! Это отлично, есть! Выход?
Отсюда нет выхода. Черт! Я умерла. Папа, сейчас я так сожалею, что мы с тобой поругались. Я всегда хотела только одного, чтобы ты гордился мной. Я не считаю тебя неудачником. Я так сказала только потому, что очень разозлилась на тебя. Я просто хочу, чтобы ты это знал. Финн! Финн! По-моему, всегда очень важно пробовать в жизни что-то новое. А этот челлендж, думаю, будет чем-то новым для меня. Я уже был здесь раньше. Черт, все комнаты выглядят одинаково! А это что еще за звук? Нужно собрать все SD-карты. Нужно обязательно просмотреть весь отснятый материал. Хочу домой. Так хорошо. Что тут? Черт! Я скоро попаду домой, и все будет хорошо. Уже завтра я буду дома. Дыши, все будет хорошо. Что это опять за звуки? Кто здесь? А! Черт! Черт, черт! Так, ладно. Спокойно, спокойно. Нам нужно наружу. Что? Зачем? Идем. Что случилось? Тш. Бетти? Идем. Идем. И где здесь выход? Дверь посередине. Что это? Будет хорошо. У тебя кровь. Где этот чертов колодец? Черт! Ладно, ладно, ладно. Черт! Что? Что такое? Черт, черт, черт! Ладно, старик. Бетти! Ответь! Вот дерьмо. Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Ладно, ладно. Сейчас. Давай. Что ж такое? Вот черт! Что? Черт!
Эти! Черт! Мы ожидаем много привидений и предполагаем, что не переживем эту ночь. Для других мы на смерть отправим тоже. Ждем комментов. Делитесь этим видео. Увидимся по ту сторону. Ты выиграла. И куда мне бежать? Куда? Чего ты хочешь? Ой. Да, бэйби. Да, бэйби. Да, бэйби. Да, бэйби. Нет. О, боже мой. Черт. Это не смешно. Thank you.
Время пришло. Медицинский осмотр начинается. Вспоминайте. Правило номер один. Вы все должны мне что-то отдать. Вряд ли вам это понравится. Тем не менее, вы же не думаете, что я имел в виду телефон? Одной не хватает. Найди Марни. Вообще-то все сложилось так, что лучше и не придумаешь. Марни явилась сюда. Удивила меня. Но оказалась всего лишь лживой охотницей за славой. А потом для нее освобождается каталка. Она опять случайно сталкивает человека с лестницы. Сегодня, дорогое сообщество, я сам сыграл очень злую шутку с королями розыгрышей. Какая жалость, что они вляпались не во все ловушки, которые я им расставил в каждом закутке своего скромного королевства. Надо отметить, что я... тщательно все спланировал и получил тайную помощь от самой тьмы. А сейчас мой вам подарок. История подготовки. Я опустил повреждения машин, генератора и прочей техники, так как это совсем не зрелищно. И да, я беспардонно использовал ужасную историю и легенды о пациентке номер 106, что было, конечно, жестоко, но преследовало благородную цель — привлечь ваше внимание. Яблоко бесценное, вы мои подписчики, это библейский символ, плод познания. И сегодня... надкушенное яблоко красуется на крышках ваших мобильных телефонов. Какой циничный символ. Хотя эти устройства очень близки к нему по смыслу. Ведь в них тоже можно найти ответ на любой вопрос. Но обогащает ли это вас? М? Нет. Когда-то люди общались, общались в реальности. Когда-то даже дети знали Фауста Гёте наизусть. А сегодня не каждый из них вообще знает, кто такой Гёте. Действие. Крутое видео. Вот все, что вам нужно. Только крутое видео. Сегодня я сделал для вас такое крутое видео. После длительной подготовки я рад наконец-то закончить его. С кого бы начать? Бетти! Ты так высоко задираешь нос и вечно повторяешь, что красота у нас внутри. Истинная красота у нас внутри. Вот сейчас и проверим. Чарли никогда не закрывает рот и несет столько чуши, что я подвешу его за голосовые связки. Будет очень грязно, обещаю. Тебя мы оставим на потом, предвкушай пока. И Финн. На твой счет у меня сомнения. Решай сам. Знаешь... порой я скучаю по тем временам, когда я писал тебе текст на карточках и держал их, скромно стоя за камерой. Нам было весело, ведь все эксперименты поначалу проваливались, но время было незабываемым. Но появился Чарли. Чарли, я никогда не завидовал тебе, Чарли. Я не завидовал, но я ревновал. А это совсем другое. Твой друг... даже скорее брат, как ты меня называл. Или он! И перспектива получить миллионы подписчиков, а? Ты сделал свой выбор. И ты тут же откликнулся на мой призыв. Когда я предложил приехать сюда и замутить этот челлендж вместе, ты увидел выгоду для себя. Поэтому проглотил. Ты проглотил наживку. Что ж, а сейчас, дорогой Финн, сделай новый выбор. С чем ты хочешь попрощаться? С мозгами? Или с сердцем? М? М?
выбирай. Сердце. Да, я так и думал. Да. Диацетилморфин. Герой. Тео, Марни исчезла. Как исчезла? В яме ее нет. Не может быть, из ямы невозможно выбраться. Мне нужен четвертый пациент. Продолжить работу? Еще не все камеры у нас. А я и не про фильм. Ты пришла сюда, чтобы засветиться на каналах этих паразитов! И кто из нас обманщик, а? Где же ты? Тебя от земли. Эй! Нет, 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 ах ты, сука! Марни! Оставила окно открытым. Это была ловушка, ты же знаешь. Она бы от меня не сбежала, она... Она просто разыграла нас. Отличный монтаж, Ирина, мне нравится. И тут уже есть финал с камерой пыток. Звуковых эффектов перебор, но все равно хорошо. Да. Так, отправишь видео на эти мобильники, загрузишь на Prankster TV и Beautiful. Да. Оба разблокированы. Хорошо. А что это за пропуски на видео после того, как появляется Крис? Я еще не все части склеила. Чего-то еще не хватает? А ты проверила, от него не было постов, и он ничего не загрузил? Если бы загрузил, от фанаток бы уже отбоя не было. Ладно. Давай займемся финальной сценой. Сейчас. Знаешь, мы могли бы... Тео, сделаем все по плану. Мне это еще монтировать. Да. Итак, Марни, поздравляю, тебе удалось.
Ты сбежала. Я уверен, ты уже прославилась и получила свое долгожданное внимание. Но вы, любимые фаны, вам все понравилось? Достаточно было крови? Или не хватило? Теперь здесь только я. Что вы чувствуете? Вы жаждете моей крови? Ведь это видео для вас, и вы должны получить желаемое. Что ж, у вас останется чувство, что что-то остается. С вами я, Крис. Кажется, я заблудился. Где эти чертовы... О боже, помогите! На помощь! Помогите! Спасибо вам за то, что снова выбрали мой канал. И помните, не бойтесь своего страха. Бросьте ему вызов. Я думаю, что для меня и моего канала будет очень полезно попробовать сделать то, чего я никогда раньше не делала. По всему этому зданию бродят реально злые духи. Переживем ли мы эту ночь? Я думаю, нет. Но мы точно снимем для вас улетное видео. Да. Режиссер Майкл Дэвид Пейт. Авторы сценария Майкл Дэвид Пейт и Эгги Зидрих. Продюсер Тиль Шмербек, оператор Паскаль Шмидт, композитор Эндрю Рич, художник Итамар Зеховал. В фильме снимались Нилом Фарук, Фарина Флеббе, Соня Герхард, Макс Синказис, Лиза Мари Вернер, Эмилио Сакрая, Тим Оливер Шульц, Тимми Тринкс и другие. Фильм дублирован компанией Pride Production по заказу Капеллы Фильм в 2019 году. Режиссер дубляжа Владимир Рыбаченко. Звукорежиссер Алексей Климась.